CSKA всегда будет первым. У меня есть слова оправдания в том, что у нас так не часто происходят какие-то приходы футболистов, да, что мы даже забываем их представлять. Нам скорее надо Федю представить, чем Дениску. Давайте, Федерик, губы прошу. D'abord, je veux remercier Dieu. Dis d'abord que je suis ému, je suis très ému d'appartenir à un grand club comme le CSKA. C'est un challenge qui m'attend et je vais relever ce défi. Сейчас увидел всех парней, познакомился, скажи честно, волнение было какое-то? Non. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé l'accueil. On forme une famille. J'appartiens à la famille du CSKA de Moscou. Ну, а уровень тренировки, как тебе? Понравилось? Кто-нибудь из ребят удивил тебя? Да, c'est bon. Le niveau est bon. C'est un grand club. Et un grand club, il faut des bons joueurs. Il y a des bons joueurs ici. Ты вообще был знаком с кем-то из наших ребят до сегодняшнего дня? Oui, il y a eu deux Ivoiriens ici, non? Il y a eu Seydou Doumbia, il y a eu Lassina Traoré. Ils ont joué ici, ouais. С Тамбовым ты против ПФК ЦСКА не играл еще пока. Теперь уже, надеемся, сыграешь за нашу команду. Но с Хетагом Хасоновым общался? Он нам принадлежит, просто в аренде находится. Le terrain. Спрашивал у него совета, может быть, просил что-то рассказать про нашу команду. Он не говорил про ЦСКА. У нас есть Лас Ндиай, есть переводчик Гивонт, есть Паулина Гранера. Все они говорят по-французски. Это тебе поможет? Bien sûr, ça m'aide, ça m'aide. Ну а русский язык настроен учить? Ouais, je comprends quelques mots. Будет ли преподаватель по-русскому или достаточно будет бесед с Гивондом? Non, je veux communiquer avec toi parce que je veux plus me concentrer sur les entraînements et le match, voilà, parce que avec le professeur ça va trop, ça devient trop en fait. У тебя в карьере было достаточно много разных клубов и не очень много матчей. Буквально в двух словах, почему было именно так? C'est du côté personnel avec les dirigeants du club, le directeur sportif du club où je suis passé. Voilà, il y a eu plusieurs trucs qui sont passés et bon. Страницу эту перевернули. Можешь ли сказать, что ПФК ЦСКА – это главный шанс в твоей жизни на данный момент? Oui, bien sûr. En fait, le CSKA pour moi aujourd'hui c'est comme si je nais de nouveau dans le football. Одно время в российской премьер-лиге играл Гагита Гогуа. Вряд ли вы, конечно, родственники, потому что он грузин. Но что-нибудь слышал о нем? Non, non. Mais j'ai appris parce que mon gardien à Tambov on a notre gardien de but. Qui vient de la Géorgie, oui. Qui m'a dit que mon nom Gogua vient de là. Il y a quelqu'un qui porte ça en Géorgie. Le club t'a очень необычно представил в Инстаграме. Видел ли этот ролик и что скажешь? Bon, j'ai vu une vidéo sur Instagram où c'était des gens comme des dessins, des gens qui dansaient. Ils ont mis mon visage. Oui, j'ai vu ça. Вообще Инстаграм у тебя закрытый. Нет ли планов его открыть в связи с тем, что болельщиков сейчас будет у тебя гораздо больше? Ouais, je suis privé. Non, parce que je vais recevoir trop de messages, je peux pas répondre à tout le monde. Ты уже упоминал Сейду Думбия. Знаешь ли о том, что он забил за наш клуб почти 100 голов? И какие твои цели здесь по ФК ЦСКА? Je vais marquer pour aider l'équipe. Parce que je suis pas attaquant, je suis un défenseur. Mon rôle c'est de défendre, de ne pas encaisser beaucoup de buts. Ça c'est mon rôle ça. Тем не менее, один памятный гол ты в России забил за Тамбов, Спартаку. В курсе, что болельщики тебя за это уже любят? Ça me fait plaisir. Скоро 1 сентября, детишки пойдут в школу. Расскажи немножко о своих школьных годах. Когда вообще начал заниматься футболом, к примеру, какие еще предметы любил? Je me rappelle pas trop de mon enfance. En fait, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, 10 ans. Какие-то футбольные успехи, помимо переходов, были в твоей карьере? J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller jouer en Europe. Pour moi, c'était l'un de mes plus beaux jours, hein, parce que c'était mon rêve, c'était de jouer en Europe. А скоро команда начинает сыграть в Лиге Европы. Наши соперники только что стали известны. Это Лудогорец, Болгария, Эспаньол, Испания и Ференцварош, Венгрия. Что скажешь? Европа Лиги. J'ai vu un peu.
Mais je crois, je pense et je suis sûr que nous irons au deuxième tour. Такой вопрос, как конкуренция. Хорошо ли уже изучил имена и игровые особенности наших защитников? Чья конкуренция будет наиболее тяжелой? Bon, le football, c'est la concurrence. Il faut accepter d'abord la concurrence. Je suis là, je suis venu les trouver. On est là pour la concurrence.